Здравствуйте, меня зовут Розан Даю. Я студентка 4-го курса кафедры русского языка университета Дамаска. У меня есть вопрос. Что означает слово «хлестаковщина»? Откуда оно появилось? Здравствуйте, уважаемые зрители. В 1836 году на сцене Александринского театра состоялась премьера комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор», ставшей одним из величайших образчиков русской сатиры. По сюжету мелкий петербургский чиновник Иван Александрович Хлестаков, проигравшись в карты, застревает в гостинице провинциального городка. Представители местных властей принимают его за ревизора, прибывшего из столицы расследовать их злоупотребление. Хлестаков пользуется этим и начинает врать напропалую, хвастаясь своей значительностью. Он утверждает, что дом его первый в Петербурге, что он каждый день на балах играет в вист с министром иностранных дел и послами крупных держав, что утром, когда он еще не проснулся, у него в передней толкутся графы и князья и жужжат там, как шмели, что как-то, чтобы уговорить его управлять департаментом, к нему послали 35 тысяч курьеров. И чем более абсурдна его ложь, тем больше верят ей перепуганные местные чиновники, и тем охотнее дают ему взятки. От фамилии Хлестаков путем суффиксации было образовано слово «хлестаковщина». Хлестаковщиной называют непомерное хвастовство, безудержное вранье, направленное на то, чтобы повысить свою значимость в глазах окружающих. Русский язык – великий, могучий и тесно связанный с великой русской литературой.